Вы знаете, масса всего нового. Я на самом деле не мог бы даже подумать, что, что мы настолько отсталые от, как бы, от восприятия мира, от восприятия природы своей собственной, что, конечно, мы увезем с собой огромное количество эмоций, огромное количество информации, с которой надо работать, и очень большое количество практических вещей, которые, конечно же, надо незамедлительно начать применять. Это обязательно. Ну, запомнилось, конечно, больше всего эта концепция неправильная, скажем так, некорректная концепция мировоззренческая, которая укоренилась у нас от рождения, да, что мы являемся потребителями этого мира. Это достаточно глубоко сидит все-таки в нас. Это такой важный момент. Плюс ко всему, конечно, большое количество глубоких людей, действительно духовно развитых. То есть это не просто специалисты в каких-то отраслях, в джойтиш, астрология или там просто астрология, или там йога. Это люди с комплексным правильным мировоззрением, которые могут дать действительно глубокую и сущностную, фундаментальную информацию о мироздании.